Всем привет! Сейчас я вам покажу, как выглядит натуральный, настоящий ПБК, не подделка. Я заказала, сегодня курьер мне привез. Вот коробочка, видите, она запечатана. Здесь все написано, как принимать ПБК. То есть по одной чайной ложке, вернее столовой ложке, значит порошка, развести в небольшом количестве воды. Сока кефира принимать 3 раза в сутки за 30 минут до еды. Продолжительность приема 1 месяц. Эта коробочка запечатана. У меня уже есть распечатанная. Вот, пожалуйста, коробка сама. И пакет, который был внутри. Вот он, ПБК. Вот такой пакетик. И сейчас я вам хочу показать содержимое, потому что многие говорят, что присылают подделку. Там то ли белый порошок, то ли какой-то розовый сахар, то ли вообще непонятно что. Я уже себе делала, ну скажем так, дозу. Сейчас залью кефиром, ну не знаю чем. На запах как семечки тыквы пахнут. Ну, вот, допустим, я высыпала. Вот, смотрите. Вот настоящий порошок. Вот такой он. И помимо того, курьер мне привез, естественно, свидетельство о государственной регистрации. И что это такое? Какой-то таможенный документ. Вот, пожалуйста, все здесь есть. Вот так выглядит настоящий ПБК. Удачи всем!